Так я отошел. Полицейские стали активно разгонять людей с площади, угрожая задержаниями. Пожалуйста, подполковник Халилов, документы ваши. Покажите, вы пресса? Документы, покажите ваши. Документы. А вы тоже, простите, сотрудник полиции без формы? Вы показываете документы мне? Документы показываете? А почему человек в гражданском трогает мои вещи? Почему вы его не собираетесь задерживать? Отказываетесь подать документы предоставить? Нет, я не отказываюсь. Я требую, чтобы человек в гражданской одежде не трогал мои личные вещи. Отключайте трансляцию. Алексей Навальный был как бы последним таким оплотом нашей надежды на то, что что-то изменится. И сегодня она умерла, эта надежда. Поэтому хочется только плакать. Больше нет никаких слов. Снимать чудовищно невозможно, но полиция говорит, извините, пройти туда нельзя. Уважаемые граждане, на данном месте